Приветище! Это Spider-Man 2, и мы продолжаем. И первое, что мы сейчас сделаем с тобой, это поменяем костюм. А то мы в этих уже давненько бегаем. Итак, посмотрим, что у нас новенькое открылось. Открылся вот такой костюм. Паук-ниндзя. Кстати, прикольный, с плащом. Человек-паука с плащом я еще не видел. О, Майлз Моралес 2020. Киберпанк подъехал. Прикольный костюмчик, мне нравится. И костюм темный пурпур. Короче, вот этот костюмчик открываем. Мне он понравился. Вот такие вот у костюма стили есть. Не шибко-то они отличаются. Возьму вот этот вот. Синя-красный. Теперь что насчет Питера? У него гораздо больше костюмчиков появилось. Такой, такой. Неплохо, неплохо. Тоже с капюшоном и плащом. И вот этот комиксный. Человек-паук через вселенные. Я, кстати, на ютубчике видел ролики с этим костюмом. И помимо просто костюма, он еще дает какой-то визуальный эффект. Так что его покупаем. И вот смотри, что написано. Вы получили доступ к эффекту мультфильма и эффектам комиксов, которые можно включить для любого доступного костюма. А, для любого костюма вообще можно включить. Ладно, окей, будем знать. Ну, а теперь продолжаем. Нам сейчас нужно отправиться к маме, потому что она написала мне смс-ку, что очень нас ждет. Местные жители будут очень благодарны. Спасибо тебе большое за поддержку. Ага, пока. Майлз. Привет. Привет. Присядь. Я просто хотела узнать, как у тебя дела? Хорошо? Да. Все хорошо. Ладно. У меня уже голова трещит. Столько всего надо сделать в городе. И это эссе для колледжа не идет. Пит, у него другие дела. А Ли? Ли на свободе. Тебя это не тревожит? Конечно, тревожит. Но моя задача – заботиться о сообществе. Я должна забыть о том, что не нужно, и смотреть только вперед, а не в прошлое. Ты понимаешь, о чем я? Да. Но Ли... Я не могу просто забыть. Анжела, я тебе перезвоню. Как не можешь войти? Ключ у тебя. А... Нет-нет, я понимаю, что ждать нельзя. А... Я приму меры. Ага. Мам, так может я... Ты же только что сказал, что у тебя куча дел. Да, но... На благие дела всегда есть время. Забавно, он сказал, мам, может, я... Так, мам, куда мне? Культурный центр, угол 116 и Конвент. Вы же знаете, я очень забочусь о сохранении местного музыкального наследия. Но как я могу жертвовать средством музея, в котором даже не работает охранная система? Даррен, мне понятны ваши опасения, но заверяю вас, наш музей... Человек-паук? О, слава богу! Система заблокировала двери и больше не реагирует на команды. Попробую понять, что с ней не так. Надо найти панель управления. Найти вход. Конечно же, через крышу. Пойдем по проводкам. Как мы это умеем? Реле перегружены. Надо лезть в стену и чинить их. О, прикольно. Надо все починить, а то экскурсия накроется. Я за паучка маленького буду играть. Офигенно же. А это еще кто? Минутку. Тревога не сработает. Импульс вырубил всю систему. Тут больше никого нет. Че, музей грабят, что ли? Замок, и мы внутри. Вот почему Анжела не могла войти.
Надо перезагрузить систему и разобраться с ними. Это защитный ретранслятор. Посмотрим, что с ним. Оу, какие штуки интересные делает этот дрончик. Не так уж страшно. Сейчас починим. Так, погоди, а что делать-то? Потушить вот эту штуку надо? О! Есть! Но система все равно не работает. Надо найти другие ретрансляторы. Мне всегда нравилось, как паутина чинит абсолютно все. Это как будто синяя изолента. Ладно. Синяя изолента тоже чинит все абсолютно. Никого нет. Хорошо. Привет, Майлз. Я поспрашивал в приютах Пир. Никто не видел Мартина Ли. Спасибо. Не могу поверить, что я его упустил, хотя вообще-то... Ой, заряд кончился. Мог. Мог что? Сделать, чтобы он больше не вредил. А вот и синий заряд. Ну да. Не волнуйся, я поищу еще. Надо следовать за проводкой. А я что делал потом? Я только по ней следую. Тут наверняка полно ценностей. Очевидно, они профи. Какой он мощный, этот дрон. Такие крышки отгибает. Отлично. Но система не работает. Видимо, есть еще ретранслятор. Саксофон и барабан вы уже погрузили? Да елки. Но время есть. Хочу кое-что попробовать. И места в машинах еще полно. Нужно пробраться так, чтобы меня... Робопаук! Стреляйте! Блин! Спалили. Да. Видимо, есть еще ретранслятор. Саксофон и барабан вы уже погрузили? Да. Но время... Нужно пробраться так, чтобы меня не заметили. Как вам отвлекающий маневр в до-мажоре? Держи себя в руках. Не трусить, понял? Ты справишься. Над тем парнем еще люк. Блин, не получается по ногам стрелять. О, попал. Он меня не запалит. Он же не зайдет в туалет, правильно? Кто там? Ой-ой-ой. Слышь, да? Надеюсь, это ты. А, ну ладно, он туда смотрит, окей. Мне этого будет достаточно. Эх, не могу допрыгнуть. Есть. Майлз, все хорошо? Небольшие неприятности, но в целом порядок. Раз уж ты там, взгляни на инструменты. Для колледжа пригодится. Я уже на них поиграл. Я же иду на мустях. Мои инструменты, компьютеры. Музыку творит человек. Важны не только инструменты, но и душа. Даже микшируя, надо вслушиваться, чтобы звучала душа. Компьютеры так не могут. Ты говоришь так, будто тебе 100 лет. С возрастом приходит мудрость. Готово. Готово. Ладно. Сигнал стал сильнее. Наверное, остался последний ретранслятор. Это получается, бандюганы бегали по всем вот этим щиткам. Ой, ёшки. И обрезали провода? Придется как-то пересечь весь зал. Сколько еще у нас? Пара минут. Забирайте, что осталось, и готовьтесь грузить машину. А, понял. Я прям у него на глазах просто поднялся в воздух и залез на коробку. Смешно. Кстати, вон там вот дырка, или я с нее пришел? А, я с нее пришел. Или я оттуда пришел? Не ясно. Но я знаю, что мне нужно вон туда. Давай отвлечем их тогда, например, фортепиано. Кто-то что-то задел? Барабаны. Откуда и... музыка? А как она называется-то? Не скрипка, а большая-то скрипка, как она? Контрабас. Надо подключить последний ретранслятор, а потом в погрузочную зону. Проверю, чтобы они ничего не умыкнули. Я уже, в принципе, сделал почти. Готово! Стоп! Валим! Отличная работа, паукобот. Теперь мой черед. Человек-паук, дверь наконец открылась! Но у нас пропали экспонаты. Все в зоне погрузки. Постараюсь, чтобы там и осталось. Надо уходить скорее! Пошли, пошли!
Как-нибудь их по-тихому, интересно, получится у меня обезвредить? Сейчас попробую. Недели. Не хочется сильно с ними воевать. Подойдешь туда? На крышу залез? Прикол. Они друг от друга-то не отходят. Взять паука! Ладно. Босс сказал работы на 5 минут, а тут человек-паук. Плевать, спалите его! Цепная молния, передайте это круто. Передайте своему боссу, что это мой район! Получай. Давай, паук! Ну вот, даю. Так, знаешь, что я хочу сделать? Вот это вот. Нормально. Может, не надо меня давить? Я дружелюбный паучок. Ну, чё ты там? Как ты там? Я норм. А ты? О, а это кто? Приехали другие бандиты, а эти зассали. Задержите его! Встречаемся на точке! А, не он что придумали. Не сегодня. Ребят, можно я? Мощный биовзрыв. Окей. Вау. А теперь бежим. Мощный биовзрыв — это сокрушительная атака по площади. Для ее совершения требуется полная шкала мощного биовзрыва. Лады, я понял. Нельзя их упустить. Конечно, нельзя, да что? Так что распускаем крылышки. Придется выбрать один из них. И летим. Надеюсь, что я правильно выбрал. Сдавайтесь, парни! Вам не уйти! Есть, цепляюсь. Да брось с него что-нибудь! На-ка, выиграй! Барабаны? Значит, вы хотите по-плохому? Ну ладно! Серфинг! На суши! А я только новый костюм приобрел, по мне попали. На те. А кто тачку будет останавливать? Почему ты не мог в салон залезть и на тормоз нажать? Почему все надо усложнять и красиво, эффектно останавливать? Постучи, бангу-бангу поиграй. Лихой барабанщик. А пианино там было, фортепиано точнее. Вечно путаю пианино и фортепиано. Остальные инструменты пропали? Кошмар. Простите, Анжела. Это все меняет. Наш главный спонсор помахал нам рукой. А благотворительный концерт? Не найдем второй грузовик, не будет выставки. Без выставки не будет концерта, а без концерта... Музей придется закрыть. Этого не случится. Обещаю. Вот. На нем играл Клайд Стаблфилд. О, тот самый лихой ударник. Из его партии нарезали столько сэмплов. Он новатор. Проложил дорожку от фанка к хип-хопу. Спасибо. Не волнуйтесь. Остальное я тоже найду. Спасибо. Надо связаться с Питом. Блин, ну Майлзу идет этот костюм же. Он такой молодежный, прям вот под него. А теперь Питер в своем мрачном черном костюмчике. Черный плащ. Е-е-е. Смотри, анимация реально круто. Эй, бро, есть минутка? Конечно. А... Прости, Гарри звонит. Я должен ответить. На связи, ладно? О, да, конечно. До связи. Эй, Пит, я в фонде.
Доктора Коннорса не видно. Можешь помочь мне его поискать? Скоро буду. А МДЖ тебе не звонила? Ты вроде сказал, что она заглянет к нему домой. Пока нет. Она сказала, что позвонит, как доберется. Будем надеяться, он просто взял больничный. Да, конечно. Проверю в нашем офисе, но зайди как сможешь. Блин, конечно, прикольная вот эта анимация у Черного паука, но немножко рябит в глазах. Как-то непривычно, что ли, привыкать надо к этому. Когда у тебя все анимации такие плавные, а ты такой заторможенный. Как будто не из этого мира. Ладно, побегаю в нем пока, а потом выберу какой-нибудь другой. Коннорс нашелся? Пока нет. МДЖ. Плохая новость. Дом Коннорса кишит охотниками, а сам он пропал. Хорошая. Кажется, я знаю, где он. Где-то на том берегу. Может, возле... Погнали. Почему я вечно в этом чуваке, вот в этом, вижу Ктора? Тор перешел на сторону зла. С охотниками бродит и с арбалетом. Наверное, потому что в Рагнарёке он тоже был в такой же раскраске, с такой же прической, с бородой. Ой, МДЖ, может, не надо. Снаряжением. Нифига себе. Давай стрелять. Что-то не стреляется. Я жму. R2 и... А, нужно было подбежать, похоже, и не стрелять. Похоже, тренировки с Соболем пригодились. Зоопарк. Коннорс должен быть где-то здесь. Надо сообщить Питу. Ненавижу играть за МДЖ, потому что она очень много о себе думает. Где этот фургон? Подкрадывайтесь к охотникам сзади, чтобы бесшумно нокаутировать. Это смешно звучит, девочка нокаутирует охотников. Таких огромных бугаев. Но, учитывая, что у нее есть электрошок, то ладно. Это расшифровка генома? О, тут даже наброски они есть. Они изучают доктора Коннорса. Можно было фоточку приблизить и факт какой-то услышать. Подслушать? Я ничего не услышал. Чтобы проскочить, надо X нажать. Похоже, у них тут логово. Вроде правильно. Прицеливайтесь в объект и отвлекайте. Давай. Эй, я ненавижу, когда ко мне подкрадываются. Да я и не подкрадываюсь к тебе. Я тебя просто сейчас вырублю. Если я до него дойду. С крыши должен быть лучший обзор. Ну, конечно. Такая... Оу, это больно. Действие транквилизатора заканчивается со временем. Получив несколько его доз, вы потеряете сознание. Лады. Я же мощный МДЖ. Какие транквилизаторы? Вы что? Ты не туда забрела, девчонка. Короче, этот электрошок, я так полагаю, он не стреляет разрядами. Он именно вблизи работает. Поэтому нам просто надо отсюда бежать. Надо их разделить. Кто только не пытался его убить. Люди, звери. Я думаю, это не вас. Иду туда. Меня же не запалили. Вроде не запалили. Куда дальше? А вот Вика его знает, куда дальше. Может, подкрасться и задушить кого-нибудь? Пойдет. Где ты, док?
Оу. О, боже. Стервятник. Неужели они? Я не был уверен, что смогу подрезать ему крылья. Телефон. Мобильник Коннорса. О, только бы не сел. Гарри, это МДЖ. Я в заброшенном зоопарке в Джерси. Они... Ну, хотя бы успел сказать, где она. Нет, вы не понимаете. Я вас оттуда вытащу, док. Ну, конечно, ты же супергеройка. Клетка открывается с помощью кода, а кандалы Коннорса – ключом. Осталось их найти. Вообще фигня. Просто надо перебить кучу охотников и взять у них код и ключ. Ладно, как мы это сделаем? Мы по-крутому это сделаем. Осталось немного. Рэй был почти готов. Готов? Я так ждал этого вечера. Давно у нас не было тоски. Вон она! Бля. Прям лицом к лицу его зафигачил. Я думал, придется убегать, но нет. Возьми оружие, МДЖ, ну чё ты? Стесняшечки. То есть с электрошоком бегать как бы норма, а вот с пушкой нет. У них оружие. Надо быть осторожной. Прикинь, у них оружие. Ты такая безбашенная со своей какой-то зажигалочкой бегаешь. Я думаю, что если этого чувака... Тут ящик, так что норм. Перчатки. О, нет. Чьи это перчатки? Такого он не заслужил. Которого уже убили. Ой, нет, не так. Надо вон туда кинуть камушек. Иду на проверку. Готово. Это там камень рассматривает. Ну, какой камушек прикольный. А ешь, он дарахнул уже. Где кот-то, елки-палки? Я кота ищу, черного такого. Никто здесь не видел? Муркает. Ладно, идем наверх. Слушай, за МДЖ играть проще, чем за паука. Место. Охотник, который вводил код, должен быть где-то здесь. Я был всего на одной охоте Крейвена. Чуть ли не в лицо кинул. Я ошиблась. Никого. Да вон туда, подальше надо сходить. Ты не разберешься. Блин, меня даже никто не запалил, нифига себе. Скорость! Нужно быстрее, как флэш, бегать. Теперь к ней быстро. Нифига себе! Нормас. Вот это она дает жару. Охотница с кодом пошла сюда. И где она? Ну же, все же записывают пароли. Опа. Вика, мангу свою. Баласа. Симкарец. Он назвал себя мангустом. Мангуст. Может быть, он знает код. Надо убедить его, что я Вика. А, мне надо с ним поболтать. Ладно, давай поболтаем. Что там? Таблица позывных. Посмотрим, что это за мангуст. Алло, Гарин. Оскуму таташандрар вансукшек вика. Мангуст, беге. Меня сразу раскроют. Надо разобраться, кто такая Вика. Поэтому мы включаем детективчика и рыскаем тут по документу. Который, конечно же, здесь и есть, и который нам расскажет, что за Вика. Симкорейская поэзия. Видимо, это ее родной язык. Вегре, Йохир. Ее симкорейский идеален. Надеюсь, мой сойдет.
Че, все, отвечаем? Чтобы ответить на звонок, надо узнать о себе побольше. Вика, мангу свою. У них тут своя иерархия. Она капитан? Так она начальница Гарина. Это хорошо. Так, ладно, займемся кодом. Давай, МДЖ, ты неплохо говоришь по-симкорейски. Вроде откуда? Бы. Отвечай. Итвика, Вика, Монгу знак. Вика, бетек ваш? Гарин, элегем ван ахива шайтбол. Хольванак, акезулейкас кодок. А кодок, сразата, ас информацион таблан ван. Тут ход нат. Тепедигас тут хат нет. Мен хонгон бесельхец велем. Нехив тербет. Мехта фейдбе керулхет. Вроде неплохо. Так, надо спешить, пока он сюда не приперся. Где там доска? Вот ты где. Коды от вольеров. Код есть, пора за ключом. А какой из них-то код? Ёлки-палки, тут раз, два, три, четыре кода. Сраться можно. Ну ладно, надеюсь, что она знает, какой код нужен был. Бежим к вольеру. Кавабанга! Ниндзяха, черепаха бежит. МДЖ-ка. А, роботы. Роботов я электрошоком так просто-то и не вырублю, наверное. Пойду. О! Я тут бегаю, Рейван, этот чувачок стоит. Точнее, чувиха. Лучше уж крысы, чем насекомые. И вправду. Хотя, как посмотреть, крысы жрачку твою едят, а насекомые нет. А и насекомые могут тебя просто ядом травануть. Например, скорпион. Как жахнет тебя, и ты сдохнешь. Тут как бы... Вот и нашлась! Ау. Рыбок в укрытии не получится. То есть две стрелы и мне хана. Все понятно. Окей. Итак, я снова тут. Мальчики. Или девочки. Оп. Я разбер... Готово. Тот даже не повернулся, смотри, ему пофиг. Но кто-то меня запалил. Кто-то меня запалил, и я до него не добегу. Блин. Куда он идет? Куда он идет? Она уходит. Она здесь. Балыча. Обдурили дурака. Значит, теперь мне, скорее всего, вот сюда куда-то надо бежать. Там проходик был, нет? Нет. Нет, там проходик. Привет, мальчики. Пошел сюда. Я у цели. Вот сюда нам зайти надо. Вот, у него ключ. О, а что тут можно что-то включить? Камуфляжное поле. Я смогу за ним спрятаться. Знаю, звучит безумно, но я чувствую их среди нас. Если души умерших так тебя беспокоят, я проверю. Хорошо. Готов один? О, нет. Но меня спалили. Да, ты чё, МДЖ, ёлки-палки? Вот так вот с ним. Мне кто-то впервые врезал. Всё, он там. Так, тут поле. Он не должен меня видеть. А, отлично. Готов. Ключи есть. Пора выбираться. На скорости. С прыжка даже. Офигеть, просто толпу охотников замочить. Стой, ну ладно, не замочить, а глушить. Тебе нельзя здесь. Тебе нельзя здесь находиться. Ты знаешь этого зверя? Его имя Курт Коннорс. Он хороший человек. Нет хороших людей. Только хорошая добыча. Ему вообще пофиг.
Не надо! Паучок, ну что ты... Извините, задержались! О, он с Гарри. Сжечь ведьм! Вы в порядке? Теперь да! В вестибюле, лаборатория. Может, там осталась сыворотка? У меня мало времени! Мы выиграем вам время! Прямо на холме! Стеклянное здание! Скорее! Мы расчистим путь! Будьте осторожны! Не волнуйтесь, Док! Мы доставим вас в лабораторию! Сегодня вы не превратитесь! Бейте паука вниз! Короче, Питер предал Майлза. Теперь он с Гарри носится везде. Потом ящер! Похоже, они делают за босса грязную работу! Как-то это нечестно. Зарплата у них, наверное, огромная. Вы поглядите, кто шутит в такой момент. Ты учишься? Лайкнул Гарри. У нас на пути охотники! Даже своих питомцев прихватили. Ребята, с ним что-то не так! Так он в ящера превращается, что с ним может быть так-то? Мы почти на месте, Док! Дышите! Ладно! Мы почти на месте, мы на одном месте трёмся, какое место? Громила мне всадил нормально. А вашего? У них заниженная самооценка. МЖ, ну как вы? Вот, вот она. Из нее можно сделать антидот. Это он. Простите. МЖ! Ого! А когда он успел-то? Не так уж ты опасен. Твой самый крутой шрам. Да, МЖ, не понимаю, я дышу? Я тебя убью! Гарри! Ну давай! Берегись! Знаю, тише, ничего страшного, давай. Чего
ничего не вижу. Интересно, клинок-то отравлен или нет? Соберись, Пит. Идем шаг за шагом. Давай. Давай. Прости. Я всегда был так занят. Нет. Смотри, мы почти... Пит, пожалуйста, ответь. Энджи. Еще чуть-чуть. Держись. Держись! Пит, прошу! Ну же, вставай! Гарри! Пит? Держись, пожалуйста! Давай, Пит, давай, это ерунда. Помнишь, в 5-м классе ты... Нет. Нет, тебе нельзя засыпать. Пит! Нет! Я не знаю. МЖ, уведи его отсюда. Я разберусь. Ладно. Ну, сейчас вы получите. О, как же здорово! Как он выжил? Пусть твой босс лучше целится! Нифига себе! Это помой! Крейвен искал кого-то вроде тебя! Тогда я ему не завидую! Вау! Веном и Человек-паук вместе — это просто нереальный симбиоз. МЖ, я в пути. Что ты такое? Найти ящера. Паук мой. Да успокойтесь вы, я в норме. Воды бы выпил. Воды, понял. Так это... костюм вылечил? Да. И значит, без него ты... Да. Так, надо как-то перекинуть его обратно на Гарри. Как ты его мне отдал? Я не знаю, оно само как-то... Ладно, попробую. А,
Пит, у тебя что-то... Что? Ладно, не то, что я... Что за... Тебе не больно? Я в норме, в норме. Попробую еще раз. Я не знаю, что делать. Нам нужен доктор Коннерс. Только... Он превратился в рептилию. Крейвен! Сыворотка! Она висела у него на шее. Он ввел ее доктору Коннерсу. А если найдем сыворотку, можно будет ее проанализировать и создать антидот. И помочь доктору Коннерсу стряхнуть чешую. Я начну поиски Крейвена. В зоопарке его, я думаю, уже давно нет. Ну, к счастью для нас, он оставил нам часть себя. Завораживающая серия. На сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты не хочешь пропустить следующего ролика. Так что до встречи!